Продолжаем нашу программу «Отличной новости». На экраны возвращается хорошо вам знакомый Даниор Кинжаев. Каждый понедельник он будет рассказывать нам о погоде в Татарстане. Но это еще не все. Каждый понедельник вы будете узнавать интересные факты об истории и современности каждого района республики. Сегодня в центре нашего внимания Агрызский район. Доброе утро! Теперь всегда по понедельникам я, Даниор Кинжаев, буду рассказывать вам о погоде в районах Татарстана. А вы заодно будете узнавать интересные факты о них, ведь в следующем году мы будем отмечать столетие образования ТАССР. Итак, давайте начнем. Агрызский район и его административный центр – город Агрыз. На западе, севере, востоке он граничит с Удмуртской республикой. На юге – с Мензелинским, Тукаевским и Менделеевским районами Татарстана. До образования ТАССР Агрыз входил в состав Вятской губернии, а в 1921 году был образован Агрызский кантон, через три года преобразованный в Агрызский район. Сейчас здесь проживают более 35 тысяч человек. На гербе района изображен всадник в национальной одежде с рукой, устремленной вперед. А это основатель поселения по имени Агрыз. Его рука символизирует стремление агрызцев к светлому будущему. А теперь о погоде. Сегодня в Агрызе и его окрестностях минус 10. Небольшой снег, во вторник также. В среду станет чуть теплее, минус 3. В четверг снова похолодает до минус 6. Такая умеренно морозная погода сохранится и на выходных. И всю неделю будет идти небольшой снег. Данные предоставлены интернет-порталом Яндекс.Погода. До встречи в следующий понедельник. Грейте себя и своих близких.